Валерий Пронкин, чемпион страны в метании молота, с лучшим результатом сезона в стране и с личным рекордом 79-32. Готов рассказать про свое выступление? Ну, соревнования прошли достаточно хорошо. Серия получилась как никогда удачная. Начинал, как обычно, с креста, потом 76, 78, 78, 79 и 78. Ну, по-моему, это вообще шикарная для меня серия, для моего нынешнего состояния. Ну, в преддверии чемпионата мира ты считаешь, что ты в полной боевой готовности? А я не буду ничего говорить, поэтому форма двигается, как там говорится, лавэха крутится там, туда. Мы тебя поняли, мы поздравляем тебя с победой.